тебе точно говорю, скоро прилетят инопланетяне. Знаешь, что будет? Будет вторжение маленьких зеленых человечков. Хот-доги! Хот-доги! И акция! Купи хот-дог и получи его фотографию в подарок! Та-дам! Ха! Мне и без горчицы, пожалуйста. Может, вам еще и без хлеба сделать? Так они еще и не одни прилетят. Они с палками прилетят. Размахивать ими будут. Да что ж вы творите, молодой человек? Народ просвещаю. Все остерегайтесь маленьких зеленых человечков. С вас $400. Сколько? Ну так вы же платите не только за хот-дог, но и за приятные воспоминания о нем. Извиняйте. Я как же хот-дог? Извините, сэр, я тут перед вами стоял. Ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю. Лопата нужна? Да, нужна. Простите, сэр, а вы не могли бы меня вперед пропустить? Мне только пончики купить всего-то. А хот-дог со вкусом пончиков не хотите ли? Это очередь на автобус вообще. Какой автобус? Что? А, ну так это хороший вопрос. Я в смысле, вы могли бы купить этот автобус в другом месте? Может быть, в Макдональдсе продается Хэппи Мил, внутри которого случайно будет автобус? Пончики за углом. О, спасибо. Маш-то автобусы не ходит по воскресеньям. Так сегодня в четверг. Оу. Ну ладно. Что, ждете автобуса? Или инопланетян. Смотря что быстрее прилетит. Ну давайте я вам наколдую. Инопланетян? Да могу и... Чуть-чуть моя волшебная палочка. Неужели я и дом забыл? Вот и славно. Чуть нехорошо. А вы моей воспользуетесь. Это осталось в наследство от прабабушки. Ну, хорошо. Абракадабра, трахти-бедохти, бабах! А, я имел в виду бедох! Вытащите меня отсюда! Вытащите меня отсюда! Вытащите! Какие приятные люди вокруг меня! Как приятно ждать в этой очереди автобуса! Это кто сейчас вякнул? Да на кого его посадить! Так, алло, тут хиппи с динамитом. Да, очень опасен для общества. Спасибо. Все, врачи уже выехали. Но у меня нет динамита. Вот, держи. О, спасибо, чувак, я век не забуду. А? Лопата нужна? Нет. А вот зря! Раз, два. Автобуса ждете? Ну да. А, мы не дождались! На автобусе доедешь! Кстати... Смотри, что у меня есть. Во! Желтая щетка? Это не желтая щетка, это сверхсекретное оружие против маленьких зеленых человечков. Последняя надежда человечества на спасение. А чьи там уши торчат? А я спасу этот мир! Беспределом заниматься, прошу прекратить вас! Здравствуйте, дамы и господа! Хочу представить вам вот такое вот замечательное оружие против маленьких зеленых человечков. Цена оружия смешная, всего 100 рублей, а в комплекте идет вот такой вот милый чехольчик. Лопата нужна мне тяжелая! Позвольте продемонстрировать вам, как оно работает. Для этого возьмем маленького зеленого человечка. Не везет сегодня мне. Отбиваться намерен я. Негодяй получи. Я вернулся. Я не зеленый. Ни у кого не завалялось маленького зеленого.
Также продается лопата, модель новейшей разработки. Так это вы побили меня лопатой? Хотите купить? Ну-ка иди сюда! Дурака! Надо выложить видео в интернет и набрать 100 лайков. Ну иди сюда! Войны звездные в школе проходить должны вы. И все! Там на соседней улице бесплатно раздают круассаны! Круассанчики! Простите, сэр. А там круассанчики бесплатные. Да у меня с собой. Кто тут хиппи с динамитом? Вы его хватайте. Хватайте, ребят.